Добрый день, подписчики моего канала, зрители моего канала Честный Обзор. Сегодня у нас на обзоре работа сойки 4 на фидере. Вот так вот сейчас была поклевочка, и он сработал и мигает вот таким 5 секунд зеленым светодиодом. Сейчас, если произойдет следующая поклевочка, он опять начинает мигать. Если пошла конкретно поклевка, он тоже мигает, подает звуковые сигналы. Вот. И если через 5 минут опять на удилище произойдет поклевка, то он будет сигнализировать, показывать, на каком удилище произошла поклевка. Вот, то есть срабатывает. Очень интересным образом сигналит. Уже у него по кругу стоит полностью светодиод. Я делал обзор. Вот, его очень видно. И при поклевке он начинает мигать зеленым цветом. Это уже улучшенная модель сойка 4 с новым акселерометром и меньше по габаритам. Вот, можно ее прикручивать или прикреплять где вы хотите, ближе к комлю или ближе, значит, к самому удилищу. Вот, можно использовать на зимней рыбалке. Очень удобная вещь. Даже если вы отошли в сторону и у вас произошла поклевка, вы увидите и услышите через звуковой сигнал, что у вас на каком удилище сработало. Спасибо большое за то, что смотрите мой обзор. Всем до новых встреч!